Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики, вести канал, с вами Мегафон. Мы продолжаем проходить Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. И мы с вами остановились на том самом месте посадки вертолета, где мы с вами отправили Чика. И теперь он нам дал аудиокассету, по которой мы как бы должны, не знаю, как-то вычислить, где находится пас. Но на самом деле нам особо это ничего не дает, особо много информации. Но, во всяком случае, я знаю, что она находится где-то вот в этой области примерно, то есть вот в правой половине карты. И мы пойдем сейчас куда-то в правую половину карту, потому что, ну, не знаю, как по мне, так в другом месте она просто не может быть, потому что где-то рядом на аудиокассете была явно вертолетная площадка, потому что было слышно, как взлетает вертолет. И судя по этому, можно сделать вывод, что она где-то рядом с вертолетной площадкой. Плюс еще нам сказали, ну не сказали точнее, показали. Понятно, понятно. Я хочу пометить этого идиота. Их там двое. Yeah. That escaped prisoner might have intel about the base. Кстати, наверное, да. Слушайте, хорошая идея. Сначала я бы вот с этим вот идиотом разобрался бы по-хорошему. Потом уже что-то делал. Добрый день. Я вас, наверное, так. Выкладывай. Окей. И сваливаем. На самом деле это достаточно важная тема, потому что он ходит здесь. Что-то найти пытается постоянно. Да его куда-нибудь так положить, чтобы я не знаю. Скинуть что ли? Если я его отсюда скину, он умрет, интересно. До свидания. Ага. Если бы он выжил, на нем бы уже не было. Ой, то есть на нем был бы как раз таки. Треугольник я бы увидел. Пойдем, да, спросим пленников, которые там еще в клетке остались. Может, они что-то знают. За это, в принципе, за хорошую информацию я могу, наверное, их спасти. Почему бы и нет? А, только там, по-моему, чувак ходит один. Которого я не вырубил, если я не ошибаюсь. Или я его вырубил, я не помню. Сейчас посмотрим. В принципе, это важно, конечно. Для... короче, путаю кнопки немного. Левый правый бампер, это... типа такое... Так, ну я пока что-то боюсь заходить сюда. Я думаю, тут есть чувак, о котором я забыл. Но... это что там бегающая какая-то скотина? Так, чувак, ты что, не знаешь, как меня спросить-то? Что, взять его надо? То есть каждую миссию нам дают определенную локацию, нам там что-то делать и так далее.
смотрю. Что-то он сейчас на них стоит. Так, поехали, по одному загружаем, ребят. Первый. Нет. Не-не-не. Еще держи. Еще держи. Берем всех. Все, до свидания. Дальше я сам пойду. Ну, ачивку мне за это, конечно, не дали, но... Ну, конечно, я правильно все сделал. Так, сейчас осталось понять, как нам пройти с вами... Вот здесь вот. Я перестал показывать чувака. Так, можно тут вроде на возвышенность забраться, да. Более-менее здесь можно будет осмотреться. Пометь его. Пометь, блин. Не всегда помечает что-то. Так, он что-то меня на карте отметил. Что меня на карте отметил, ну-ка? Жаву лягу. Так, и что? Вот это нашивка. Знаете, на самом деле информация о какой-то нашивке меня особо не интересует, если честно. Меня интересует, где находится пас. Подожди, где это? Причем у меня написано там нашивка и типа подобрано, что ли. Типа того. Машина едет. Куда же мы с вами пойдем? Даже не знаю. Тут такой вариант. Такие варианты у меня на самом деле в голове. Не самые. О, сохранение, что немаловажно. Так, куда мы с вами пойдем? Вообще, по-хорошему, у меня куда-то направо. Так что, наверное, направо мы с вами и пойдем. Вот так вот спустимся и, наверное, поползем, наверное. Очень медленно проползем. Это вот местность, тут за травкой, в принципе, можем спрятаться, я думаю. Света дохерища, ненавижу свет. В особенности стелс-игры. Кстати, смотрите, какая дилемма на самом деле. Во всяких хоррор-играх мы хотим, чтобы было посветлее. А в стелс-играх мы хотим, чтобы было потемнее. То есть это на самом деле, по-моему, офигенно. Такая... Парадокс. Его бы пометить сейчас. Но я пипец что-то стремаюсь, на самом деле. Ползу так. Приблизить. О, отлично. Так, налево я никуда не могу подняться. Я бы поднялся, наверное. Думать, машина едет. А-а-а. Так, машины я не люблю. Машины опасные. Они если запалят, то это, по-моему, конец. Так, у нас вот этот вот... Припасы? Ага. Я понял, где пас. Пас, слева большое здание, короче. Слышите? То же самое было на аудиокассете. Так, ну, пожалуй, конечно, зажмемся. Я даже не знаю, как... А, фак, вот... Немного неудобно, конечно, он ползает, но ладно. Блин, отвернись, чувак. Пси меня. Ну, еще ближе подходит. Его, на самом деле, вырубать отсюда не вариант. Да пипец.
чувак, ну давай, ты же... Ты же можешь просто взять и отвернуться. Вот так вот. Лица. Эй-эй-эй-эй. You're way too exposed there. Find some cover and stick to it. О, сохранение удобно. Ну, то, что я здесь очень палюсь, это да, конечно. Да, согласен. Что-то я, короче, неудобно как-то сделал. Ну, мне этот бесит, пипец. Что мне с ним делать? То есть, вертолетная площадка, да, там... проблематично. Пройти будет. Ну, слушайте, он же повернется в мой... Ага. Я там же. Ладно, в принципе, у нас здесь с вами сохранение. Можно пройти, давайте попробуем по вертолетной площадке немного. То есть, что-то типа... Фак, ну тут слишком много света. О-о-о. Все. Все печально. Она вон там. Мразь. Мы с тобой сейчас поговорим немного. Говори, алло. Ну, говорю, старые тюрьмы. Живых я не оставляю. Смысла нет. Так, куда труп спрятать? Давайте, где мы прятались тогда. О, в будку. Я просто смысла не вижу оставлять здесь живых, потому что за живых нам ничего не дают полезного. Сюда я не попадаю, получается, да? Знаете, в принципе, по вот этой дороге, я думаю, можно и пройти как-нибудь попробовать. Ну-ка, расскажи мне об этом месте. Что, она сквозь стены сканирует, что ли? Так, что мы будем с вами делать? Ё-моё. Какое сохранение, алё, не надо. Так, ну короче, вертолетная площадка, я так понимаю, у нас отпадает, как вариант попасть. Подожди, он мне так и не рассказал ничего об этом здании. Это тюрьма? Же. Ну, разведданные, давай, где? Какая точка разведданные? Администрация базы? Старые тюрьмы. Ну, блин, двери, по-моему, там, как будто, знаете, как будто вот там. Ну да, кстати, скорее всего, она... Она там. Блин, вот если бы направо можно было пройти. Ну, знаете, нет, вертолетной площадке мы с вами не пройдем, это 100%. Трепушка там какая. Может быть, я смогу обойти тогда по... Ну, типа, как-нибудь вот так вот. То есть, обойти вертолетную площадку. Хотя вход, блин. Ладно, давайте пробовать. Чуть тянуть-то. Так, сейчас это вот аккуратненько мы делаем. Так, и нам надо как-то попасть сюда наверх. В принципе, это достаточно легко делается. Поднимется по вот этому склону снег? Поднимется, куда же он денется. Сохранение. Так, слева, надеюсь, никого нету. Здесь у нас что? Ой, здесь у нас проблемы. Здесь прям... Все печально. Можно было бы их позвать. Это было бы удобно, наверное. Это понятно. Что-то вы говорите о чем-то собрались, что ли?
Нет, смотрите. Все не очень удобно. Капец, меня сохраняет каждые 3 секунды. Я, короче... Замечай его! Да, тебе показалось, чувак. Так, 2 охранника. Слушай, это, наверное, самое охраняемое место вообще, о котором я когда-либо знал. Потому что здесь просто столько нафиг бойцов, это пипец. Вы запарились светить меня фонариками, серьезно, все равно меня не видите. Слева не обойдешь по вертолетной, в принципе, тоже особо пройти как-то не... Хотя... Ну вот смотрите, нет, этого начну допрашивать. Вот этот вылезет. На меня смотреть начнет. Хотя, знаете, он его отсюда не видит, наверное. Рискуем. Мне вот никаких сейчас допросов. Я знаю, где пас. Мне эти допросы нахер не нужны. Подсказки все эти в жопу засунь. Я, кстати, придумал, на самом деле, как можно еще пройти очень удобно. Только вот я не знаю, я могу там пройти или нет. Я вот сейчас как раз думаю об этом. Я же могу сюда пройти, правильно? А там, короче, можно прям вот по всей стороне обойти. Может, я здесь тогда попроще будет? Может, тут поменьше? Понял. Тема знакомая, да? Ой, ё-моё. Блин, я бы его как-нибудь сюда подозвал бы на самом деле. И было бы на самом деле попроще. Ну, понимаете, вот он сейчас не пойдет меня это чекать. То есть он как бы, ну, что-то заметил, посветил фонариком и типа все, самый крутой нахер проверил. Меня опять сбросились эти метки. Причем они, я не знаю, что они сбрасываются. Я, короче, понятия не имею, как здесь обойти, серьезно. Ну, не с левой стороны точно. Тут чё? Я постоянно путаю, короче, кнопку бинокля и вызову этого, блин, дебила, который бесполезно. Да, я понятия не имею, куда мне идти, серьезно. То есть я знаю, куда мне идти, но я не знаю, как мне туда пройти. Ну что этого вырубить? Пистолетом. Блин, ну иди сюда, проверь. Может тут, не знаю, враг. Тут реально враг. О, он тут проверять? Знаете, идет проверять 228 просто. Быстро. Быстро. Все. Спасибо. Охеренная информация. Бери его! Так, снайперская винтовка, говорите? Интересно. Я люблю снайперские винтовки, они полезны. Так, давайте наверх залезем. Сюда вот. Все. Я осмотрюсь. Так, вот эта мразь сидит там, которая не помечается. Да почему он убирает бинокль-то, ё-моё? Так, вот эта мразь. Там 2 мрази. Тут 2 мрази. Все? Нету больше? Что-то маловато. Где снайперская винтовка, он сказал? Что-то как-то далековато над меня. Так, сейчас надо аккуратно, короче, прыгнуть как-то. Ну не так, ну ладно.
Я так понимаю, он урон не получает от падения, а может получает. Кто его знает? Так, сюда, я так понимаю, зайти нельзя, да, учитывая то, что дверь даже без ручки. Что-то у меня сохраняется игра в каждые 3 секунды. Раньше хрен добьешься этого сейва. В принципе, наверное, можно сюда пройти, тут уже меня никто не спалит. Ну, кроме вот этого чувака. Блин, вот видите вот эти двоих, они, короче, и тут камера еще. Блин, камера, это вообще не круто. Может, как-то через лево. Ну-ка, подожди. В принципе, если обойти с левой стороны, ну, за спиной вот этих вот двоих, и если там никого нету, то, в принципе, это будет легко, наверное. Хрен его знает. Давайте попробуем. Я, в принципе, сохранение-то в любом случае каждое... Вот опять сохранение. Блин, я вот на свету сейчас. Это вообще не круто, типа. Вот если вот это сейчас отвернется, я могу вот так прям пройти просто, и меня... А, и там парень с прожектором. Ну, парень с прожектором не опасен. В большинстве случаев. Давайте этих убьем. Нет, не буду их трогать. Только меня сейчас заметят. Мазерфакер, не трогай меня. Так, вроде успел. Может кто заметить? Ну только парень с прожектором, но он в одну точку, да, смотрит? Он в одну точку пялит. А, не, не палит. Ну похер, он меня так не увидит все равно. Я слишком далеко. И к тому же... Опа. Окей. Может, может. Ого, что было? Это от меня сейчас? Так, этот сзади меня, в принципе, боковым зрением вряд ли увидит, да? Блин, ну он на прожекторе вообще скотина редкостная, конечно. Сидит такой там, палит меня. Так, вправо пройди. Молодец. Тоже вправо пройду. Так, я вижу врага. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Слушайте, парень с прожектором опасный, но я его не сниму вообще никак. Нет, ну не надо. Ну не надо. Я никого человека. Не... Твари. Так, дядя с прожектором, пошел-ка ты нахер, а? Кто идет? Ё-моё. Я, короче, лягу вот так вот, наверное, полежу пока. Мазерфакер, не сметь. Ай-яй, тихо. Не шумим. Он меня не видит. Это тоже меня не видит. Ничего нет, все. Тебе показалось, чувак, поверь мне. Спутать очень легко вообще все. Так, хорошо, он свалил. Теперь давайте. Так, теперь давайте поймем, как. Так, давайте вот так вот проще. Так, поближе подползаем к нему и убиваем. Ну, не убиваем. Делаем так, чтобы он немного заснул. Тут же никого больше нету. А это еще вход. Очень такой неплохой. Главное попасть. Неплохо. Так, тихо. Так, ну, естественно, оставлять его здесь нет совершенно никакой логики. Мы его куда-нибудь отнесем. Куда-нибудь вот сюда. Где его никто не найдет. А сами зайдем. Зайдем же? Зайдем. Понятное дело. Блин, как же меня прикалывает вот эта вот разнообразность. Не разнообразность, а. Ну, то есть мы могли пройти здесь как угодно, вот реально. То есть мы могли, не знаю, так, это что за вид такой? Мы могли, не знаю, пройти как танк, мы могли пройти через главный вход, мы могли пройти здесь, где мы прошли. У нас, кстати, тут охереть какие проблемы, вы посмотрите, сколько их здесь. Ё-моё, как их пройти, лол? Так, я кажется... Нет, я не кажется.
Так, ладно, давайте спускаемся. Нет, сюда я не хочу. Почему-то взломал звонок, замок. Немного дальше прошел. Так, давайте смотреть, короче, что мы можем. Что есть какой-нибудь обходной путь, не знаю. Что за зеленая какая-то штука? А что я сделаю? Да, по-моему, я немного спалил все вообще. То, что я здесь. Но я, короче, не хотел, наверное, это делать. Не надо было. Так, вот поэтому вот ближайший патруль сейчас не пойдет ничего осматривать, а даст мне забраться на крышу сейчас. Кстати говоря, это охерительный шанс пройти вот здесь вот. Так, спрыгивай. Смотрите, какую хорошую просто возможность мне дало отсутствие света. Они просто все охерели, и я, можно сказать... Можно сказать, нам повезло сейчас, то, что тут реально какой-то щиток был. Мрази. Так, ну побегайте, да, в принципе, мне по барабану вообще. Прям вообще. Так. Я хочу вниз спуститься, наверное. Ну, пойдем. Не будем тянуть. Так, может чувака забрать с собой? Здесь его найдут, наверное, а здесь нет. Ух, твою мать. Это было опасно. Ладно, я уже здесь, похер. Чё-то, короче, это сейчас было опасно. Я чуть не думал, что они прям такие... А нахер вообще чуваку сюда идти? Не нравится? Стреляй! Сколько я выстрелил в него нахер? Побери его. Думай. Какой бред вообще. Так, сейчас разберемся с ними. Нахер пошли. Я, короче, не знаю, спит он или чё. Но мне пофиг на самом деле. Главное, что здесь никого нет. И у меня есть охерительный шанс попасть вниз. Потому что вполне вероятно, что там держат пас. Понял? Пойдем через верх. Думал, там на самом деле никого... Блин, свет! Некомфортно вообще. Тут никого нету. Смотри. Прошел. Охереть. Ему же показалось? Тоже нет. Ага. Я не знаю, что он сюда пришел. Типа огрести это, да. Ты это знал. Confirmation of
Это что такое? Мне бы их пометить на самом деле. Так, умри, короче. Хотя он, наверное, мог знать, где пас находится, но... Что-то, короче, не знаю. Не очень мне сейчас хочется тратить время на расспрашивания всякие. Так что я просто положу его где-нибудь здесь. И все. Так, это ничего не будет. Ну, куда же идти-то? Это не тюрьма случайно? Это выход наверх. Наверх. Капец, это сейчас так палевно было, вот эти шаги, короче, по решетке. Это пас, походу, да? Пас же? Пас, твою мать, я тебя нашел. Да, это пас. Ее пытали, походу. Давай, Снейк, открывай. Дверь тогда. Забираем ее. Пас. Пас Артега Андрада, двойной агент. Ты жива, нет? Дышит, дышит, дышит. Просто она дышит. Мне больше ничего не надо. Так, все, бери ее и сваливаем отсюда. Все, уходим. Обязательно. Не волнуйся, это я имею. Не ори. Главное, так же край... Хотел сказать, так же тихо уйти, на самом деле, но что-то я сомневаюсь, что я смогу. Да не ори, блин. Шумишь же. Нет, не-не-не. Да, все хорошо. Не волнуйся. Все нормально. Только нахер его бросать так, Снейк. Я тело подвинул. Очень-очень тупо подвинул. Бля. Там еще один. Где он? Наверное, короче, возьму ее. Ну, мать, орать не обязательно. Совсем. Что она говорит? Чё ей вели там? Что с ней делали? Короче, это вообще плохо. Можно ее наверх? А, наверх нельзя. Тогда немного поопаснее будем делать. О, нет. This is CP. Understood. Commence the search ASAP. Do not let her...
Бывает тревога. Прикольно. Ребята, у нас проблемки небольшие, я должен сказать, наверное. Так, короче, надо пас забирать. Социальная опасность ушла. Я боюсь, что мне не удастся уйти так же, как я пришел вместе с пас. Сейчас подумаем, куда нам надо идти с вами. Вертолетная площадка где? Ну, типа сюда, но это опасно. Ну, далеко, а в другие места... Ты просто... Давай, попади, пожалуйста, Снейк, Снейк! Все, нормально, все хорошо. Он лег. Дальше как пришли, наверное. Только там, где я, как я пришел, я уже отсюда не свалю по-любому. Что-то я не подумал. Там просто прожектора, чуваки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну да, я здесь вряд ли уйду, короче, с ней, не знаю, сомневаюсь. Да, вызывать? Прям сюда? Вы уверены? Не, ну я типа не знаю, но давай. Вертолет прилетит или нет? Вопрос у меня. Если его собьют, это гейм-овер будет или что? Или он просто не это? Ну он, походу, что-то не летит, да? Угу. Тут еще трабл. Так, я не знаю. Пойдем. Не, ну короче, смысл, да, сюда звать вертолет вообще никакого. Ну я уже изначально это сказал, в принципе. Так что, я думаю, повторять не стоит. Ну, в принципе, я здесь, наверное, смогу обойти как-нибудь. Блин, тут нету двери. Опа, можно сюда пройти, смотри. Но они, блин, понимаете. А, у них боевая готовность. Охренительно. Если я сюда пойду. Тебя ж собьют. А он там у вертолета может как-то отстреливаться, я не знаю. Давай садись. Вы хорош. Знаете, я думаю, это не. Это. Я думаю, это норм. Я думаю, что ничего плохого в том, что мы всех этих уродов убьем. Вообще никакого, просто это нормально. А ты можешь сесть именно? Я просто залечу в тебя. Стрел. Ну ладно, пусть они тогда отстреливаются пока. Я думаю, что он может убивать на самом деле моих противников. Мне главное, чтобы он сел. Ну я рад, ты можешь сесть или нет? Он не может сесть. Он сейчас будет стрелять. Сейчас будет отстреливаться. Ну, если тут что-то не стреляет ни хера, знаете, он летает. О! Хорош. Поврежден. Ты можешь либо уже сесть, и мы... Ты можешь просто сесть, и мы нахер улетим. Садись! Чё, садись? Как...
Ты можешь, твою мать? Я не понимаю. Он сесть просто, просто сядь. Я же залечу, блин, и мы улетим сразу же. Не вариант такой. Просто сесть, я на спринте залетаю вертолет и все. Сядь тогда. Инвалидская игра-то, а. Не, ну, на самом деле не игра, я так понимаю, что и у вертолета идиотки вообще. Он почти не стреляет. Как почти, иначе не стреляет, смотрите. Пару убил просто. Эти тоже в него не стреляют. Я не понимаю, ну реально, ну просто сядь. Садится ли вертолет? Может, вертолет сядет для этого? Не, ну давайте подождем, когда просто вертолет убьет вот этих вот всех, которые в него сейчас стреляют, и сядет потом, и мы сможем... Кстати, вот этим вообще похер, да? Так, сядь. Просто сядь. Просто вниз, так, и все. Бляха, муха, какой же ты тупой. Я помогать ему отстреливаться, наверное, не буду. Я не хочу, у меня тут пас, она, в принципе... Опасно это. Чё мне, кстати, за оружие? Дробовик. Нет. Пробежим туда вперед немного. Но в любом случае ближе надо. Смотри, что делает. Не, ну он как бы, да, он мощный, типа, но... Я, походу, не могу упасть, да? Походу. Ну ладно, вот смотрите, это вроде последний, да, он? Что-то он убить не может его. Тогда сядь! А я думаю, протянет. Мне кажется, он бессмертный. Не знаю, почему. Не, ну а что, типа, вертолет, что ему? От обычных, на самом деле, припасов, ну, патрон там и так далее. Я думаю, особо нет разницы. Вот, наконец-то ты это сделал. Давай, 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 давай. Давай, и сам вместе с ней. Сам вместе с ней тоже уходим. Уходим. До свидания. Сейчас придется нечем. А, они вроде попадают. Мне кажется, у нас миссия успешная, потому что нас просто тупо не обнаружили. Пока вот мы не... Ну, до вот этого момента. Да, после такого, конечно... Ну что я хочу сказать? Мне кажется, да, что это все. Поднята тревог. 1 минус 300. А, то есть дают... Б. Тут ранги дают. Очки можно потом что-то прокачивать? Так, убито 7. Ну, ага, то есть за это тоже снижают. Окей. Потеряно вертолетов 0, попыток 3. Попыток, в смысле? Ладно, неважно. В общем, мы с вами прошли задание Ground Zero. Я так понимаю, что это... все в плане Ground Zeroes. Snake.
She's rigged. Damn it, we were set up. Да ладно. We gotta get it out. No time for anesthetic. We have to open her now. Но она же может умереть. Hold her down. Hold her down. Мне кажется, от такого, да, вряд ли. Тут, короче, проблема. Все плохо. Может, она поэтому говорила, типа, там, убей меня, не знаю. Ой, мать, что происходит? Бомбу вытащил, нет? Ну, типа... Вытащил, нет? Выкидывай нахер. Ты... Давай мы посмотрим на нее, давай. Это ж так, твою мать, интересно. Выкинь ее нахер. Жива или что? Boss, can you hear me? What's up, Huey? Our guests are right on time. Document destruction and hangar decontamination are complete. AFVs have been stowed away, and Zeke's on the seafloor along with a nuke. Everyone's got their story straight. The guided tour will be wrapped up by the time you get home. Make me proud. By the time they leave, I'll have the IAEA praising us as the poster boys for world peace. Out. Thank you.
heard explosions, Stink. They played us like a damn fiddle! Give it back! This isn't right, that was ours! We built it, dammit! You spy bitch! Come on, start talking, bitch! Come on, get up and start talking! It's all right, we got it out. There's another in my... Дым был виден даже с побережья. Некоторые СМИ возложили вину за катастрофу на жадную до денег частную армию. После заявления о том, что одним из основных клиентов организации было американское правительство, разразился скандал. В ответ на это министр обороны публично заявил, что ни США, ни их союзники никоим образом не связаны с этим происшествием. Согласно некоторым сообщениям, на объекте находились инспекция МАГАТА, Международного агентства по атомной энергии. И ООН, и МАГАТА отвергли эти предложения и заявили, что подобных инспекций не проводилось. Страны, выходившие на длинный список клиентов, число жертв точно не выяснено, а выживших ничего не известно. Тем не менее, прямо перед происшествием и сразу после него, вблизи объекта было замечено несколько неопознанных военных вертолетов. Я сейчас Your favorite song. Ничего не буду говорить вообще. Никола Барт. Immigrants wrongly executed. But their deaths served as a message to others. That ours is a society that murders the innocent. Do you too believe your sacrifice will change the world? В общем, это был Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, который является своего рода демо-версией к Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. И он как бы, ну, просто рассказывает какую-то часть игры, причем особо никаких сюжетных аспектов я, ну, прям таких сильных я не увидел, ну, кроме того, что там пас, не знаю, бомбануло. Вот, ну, в общем-то, мы с вами, наверное, увидимся уже в прохождении как раз-таки Phantom Pain, который у нас выходит 1 сентября. О, как раз-таки первый ролик, наверное, тоже первый выйдет. Вот, так что я пока что на этом с вами попрощаюсь. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. Увидимся в Phantom Pain. Всем удачи и до новых встреч.